Приветствую всех зрителей канала Fashion TV. С вами Джей, Катя Гусева. Мы находимся в самом центре Москвы, в театре Ермолова. И сегодня здесь состоится презентация журнала Red Book. Это первый журнал особенной красной книги. Так что узнаем, чем он нас будет удивлять. Чем будет отличаться этот глянцевый журнал от других? Я не могу сказать, что это глянцевый журнал. Это больше всего, но ведь все-таки книга. Мы собрали туда и спортсменов, и бизнесменов, и журналистов, и моду, и в разные-разные тематики абсолютно. Мы рассказываем о уникальных людях нашего города, и хотелось показать этих людей, и чтобы о них узнали, потому что, может, это не медийные личности, но мы бы хотели о них рассказать. Мы выступили одними из организаторов, и владельцы журнала — наши близкие партнеры. Чем помогали организовывать это мероприятие? Я думаю, самое главное – это хорошее настроение, которое мы, надеюсь, подарили этому мероприятию в виде нашей компании. Мы делаем совместно с журналом новый проект «Русское сообщение», Russian Message. Это крупный международный проект, который стартует очень скоро, о котором вы знаете. Почему именно вы стали первой героиней этого журнала? Мне просто позвонил мой очень хороший друг, с которым мы знакомы достаточно давно по театральным работам. Он был гастрольным директором и сейчас им является. Вот, и сказал: «Мир, вот есть такой интересный проект». Он просто знает, что я всегда готова всех поддержать. Было любопытно, интересно. Я не знала, что там будут живые страницы. Он просто сказал, что обложка, журнал. Я говорю: «Ну здорово, давай, вообще бонзай». Мы встретились, все отсняли. И вот, это очень необычно, неожиданно и приятно. Мы сегодня представлены не только здесь, но и вот на развороте журнала Red Book. То есть о вас написали? И о нас написали, и мы поддержали это мероприятие произведениями современного искусства, работами Рената Валиган. Сейчас выставка проходит в галерее. Ты, как известный топовый визажист, оказывается, создавала и принимала участие в обложке. Расскажи, как происходил процесс? Долго готовились к обложке, выбирали образы, подбирали все-таки, что же будет из одежды, какой будет макияж, прическа. На обложке сегодня не я. Но когда я приклеился в фотографию свою, получается, живенько. Немаловажно то, что есть еще журналы, которые пишут о здоровом образе жизни. Это очень важно, как правильно питаться, как хорошо выглядеть. Я ознакомилась, мне понравилось. Я скачала уже приложение, по которому ты можешь приложить к обложке и посмотреть разную картинку. То есть можно посмотреть, там будет очень много разных картинок. Я очень люблю журналы, и обычно я их не забираю домой. Но сегодня обязательно возьму и с удовольствием прочту. Какой сегодня представлен показ от вашего бренда? Что мы увидим? Сегодня будет на подиуме первая наша коллекция, часть ее. Основная коллекция вы сможете увидеть на Московской неделе моды. Мы очень рады, что журнал Red Book удостоил нас чести выступить здесь сегодня. Это наш первый показ. Мы надеемся, вам понравится. Желание для журнала Red Book. Желаю процветания. Я надеюсь, что все будет хорошо. Я шла с главным редактором Юлией Ватанской практически с начала ее пути.
Удачи ей. Красный цвет, да, и название вообще Red Book. Это что-то вызывающее, да, что привлекающее внимание. Вот мне хочется, чтобы журнал всегда таким оставался. Можем пожелать этому новому и очень оригинальному изданию долгих лет жизни, творческих подписчиков и, я думаю, массового признания. Желаю тоже больших успехов, всегда быть на высоте, быть самыми лучшими. Больших тиражей, преданных читателей и долгих-долгих лет жизни. Желаю вам больше красивых фотографий, красивых платьев и, конечно же, хочется чаще видеть таких красивых людей, вечеринок. Поздравляем журнал Red Book с их первым номером. И, конечно, желаем, чтобы их красная редкая книга была интересна всем читателям. А с вами была я, Виджей Катя Гусева. Оставайтесь на фэшне. I love fashion TV. I love fashion TV. I love fashion TV. We love fashion TV. I 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 love fashion TV.